перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Да, смотри. Да? Получается, давай. Правильно? Так будет? Давай, ну, так будет? Присядь. Посмотрите в камеру, присядь. Не-не, я уже все делаю. Так, у нас прямой эфир потихонечку происходит. Смотри, уже кто-то, два человека были. Что мы делаем? Мы, короче, выяснили, что есть популярнейший рэпер, которого зовут Большой ребенок кассета. Большой ребенок кассета. И решили выяснить, что за... Может, перевернуть? Потом. Да. Решили выяснить, что за тексты этот человек пишет. Как мы поступим? Мы заходим в ВКонтакте. Вводим, получается... Ну, смотри, мы выясняем самую популярную его песню. Давай. Потом, когда выясняем самую популярную песню, мы открываем ее текст. И мы прочтем его. Ну, мы хотим, потому что... Мы хотим? Музыкально сначала. Мы хотим. Упражнение музыкальное. Не-не-не, мы просто будем сразу читать текст. А, сразу текст. Big Baby Tape. Как это делается? Big сначала, да? Большой. Baby. Ребенок. Он тут ВКонтакте слушает вас. Проплачено, блин. Проплачено. Проплачено. Так, и первое, что вылазит нам, это Flip Phone Twerk, да, типа? Это... А, это то, что мы, в принципе... То, что мы открывали. Ну ладно, да. Давай это и прочтем, что ли? Давай. Поехали. Каким образом мы будем воспроизводить это словесно? Значит, Савелий будет читать основную партию, а я буду воспроизводить словесно те куски, которые в скобках, так называемые эры. Настолько, насколько у нас получится это сделать, и все. Ну что, начинаем? Да, давай. Значит, так, песня, название песни какое? Название песни... Хуйня какая-то. Я тебе скажу, какое. Yes. Не знаю. Флип фон... Флип фон... Верк. Флип фон... Щелчок. Щелчок, телефон. Жопа. Потряска. Да. Хорошо. Поехали. Давай интро ты. Интро. Nice and silky smooth. Так, так. Пум-пум-пум-пум. Припев, поехали. Припев, поехали. Уа. Эй. Пум-пум-пум-пум. Пожалуйста. Глок 17 и скоп. Это телескоп, оказывается. Коп у дома, бро кидает доп в водосток. Курим пон, мне пох, дым в потолок. Бензо-шутер мутит доп, это райс-творк, наверное, или... Наверное. Далее следуют слова. Флип-фонг-фрог, ну и типа там много раз. 8 раз. Поехали по куплету. Давай. Таю на квартале, городская суета. Бур-бур-бур-бур. Может, бур. А, это бур-бур, наверное. Ну, не знаю, так написано бур, блядь, ну что. Бур. Dope Magic. Им нужны простые чудеса. Splash. У тебя есть сумка стиля, но она не та. Бэйби в теме, а ты просто в системе. Бра. Бра. Знаете, что такое бра? Это, короче, когда лампа приделана к стене. Ну, типа того. Продолжаем. Ну, бра, наверное, он это имел в виду. Остаюсь цел. Это лазерный прицел. Гра. Мусора слили бюджет, ведь я не удел. Нахуй копов. Я 1,10 сук, бич, I steady pimpin. На extended clip 20 пуль, я scary pimpin. Пум, пипум, пум, пум. Да, это бэк. Да. Деньги на полу, я курю горилла глу. Все купюры blue, money long, Орландо Блум. Просто тут надо как бы человек должен додумать, видимо, сам. Связку. Да. Полюблю Рэй, на кровати твоя бу. Ну, бу.
Мусора хотят улик, но я их наебу. Fuck 12. Дай мне Rolls, черный Ройс или Фантом. Фанта стала Purple, была цвета Lambo. Бензомани, мой брат, не без дивиденда. Мой долг в бендо, экстендо, да, я Рэмбо. Гра. Дроп топ, драйв бай, тейп, биг дог. Нужен лин, нужен зен, а где мой чертов дог? Я просто знаю, знаешь, вот жиза, я сам спросил, где мой чертов дог, блядь, все время думаю. Линза. А потом думаю, а что такое дом, блядь, вы узнаете, да, типа, ну ладно. Линза, положи, дальше, дальше. Слова очевидно. Не, надо заново начать, это я нарушил стих. Еще раз. Drop top, drive by, tape big dog. Нужен лин, нужен зен, где мой чертов дог? Да? Трипл дабл, я мутамбо, я курю OG. G's up, goes down. Тэп D-O Дабл G. Ну да, D-O Дабл G. Короче, ты сказал, ты гэнгста. Ты не в разработке, нига. Нажимаю триггер. Видел, я работал, нига. Ну, устал после работы. Mystic Style стиль, это мой стик. Из-за кулис палю твой лик, но даже не оставлю блик. Гра! Большое спасибо. А еще есть? А, припев. Ебанёшь, что тут еще есть? А, припев, ну припев можно делать. Да, да. Вот. Хотим выразить большое спасибо человеку, который называется «Большой ребенок кассета». Мы, например, с Игорем Игоревичем очень сильно оценили эту поэзию, прямо трогает до глубины души. И хотим сказать, что пиши еще, пожалуйста, братец. Пиши еще. Что нам люди тут пишут? Приветы. Всем приветы, друзья, всем приветы. А мы, короче, а вот это когда мы так делали, они все, короче, неправильно видели все? Не, они просто телефон переворачивали, посмотрели. Ну ладно. Всем большое привет, слушайте хорошие стихи, вот, например, такие, очень красивые, что, ну, знаешь, типа, на уровне Высоцкого или даже выше. А, да, нет, ну, типа, конечно, жестокого карателя Круэл Дикта не переплюнут. Круэл Дикт, это Миша Дождь, да, конечно, ну, вечный. Но это было близко. Всем спасибо, больших вам успехов.